Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в новую геймлофтовскую игру, которая называется 9 миллиметров. Графика в игре очень хорошая, управление тоже. Игра стоит 5 евро 49 центов. Играем мы за полицейского. За одного детектива, который расследует преступление. Вначале показывает трейлер. Так, вот и начинается игра. Короткая загрузка. Пока мы с ним делать пока ничего не можем. Вот теперь можем. Вышибаем дверь. И нам намекают выпрыгнуть. Управление происходит наклоном устройства. Также можно настроить передвижение вот пальцем. Ну, не знаю, мне как-то удобнее так. Этим сенсором. Гироскопом. Черт. Так, вот сюда. First
Не понял. Наверное, надо пройти туда. Не, наверное, а точно. Нам надо выполнять различные движения пальцами для того, чтобы он выполнял определенные действия. Ну, слава богу, все легко. Ничего мудреного. Вот приехали наши друзья. Ну что ж, сюрприз, ребятки. Чё, не может выйти? Так, для интереса мы возьмем дробак. Так, и... Так. I'll take care of Delgado. Catch the scumbag downstairs. Сейчас будет мощная мочилова. Неудачно я прыгнул. Вот этот главарь, и нам его будет очень сложно завалить. Хотя нет. И в этот момент наши друзья замышляют коварный план. Да, так лучше видно. Зря я снимал так плохо. Fuck you, Ed. Don't mind us. It's a little
Все, миссия пройдена. Всем спасибо за просмотр. Пока.